Карловому мосту. Сейчас там без чего-то 10, и уже движется колонна туристов. Одно из самых посещаемых мест в Праге. Нам зеленый свет. Я все время здесь был вечером, сейчас вышел. На утреннюю прогулку. И вот. Вот ты, Карлов мост. Хотя бы его сфотографирую днем. Потому что навряд ли с моими спутниками мне это удастся.